Спасибо вам, дорогие наши импровизаторы, юные, талантливые, энергичные. Спасибо за то, что вы откликаетесь, что вы так замечательно играете. Спасибо, что вы помните, любите и продолжаете делать Дениса. Для нас очень важно, что появились сегодня новые коллективы. Это такой сюрприз для всех, для нас, для жюри, для организаторов. Для меня лично мне было просто прикольно вот это объявлять о том, что вот за 3 часа, 4 рождается новый коллектив. Это впервые, в общем-то, в моей тоже практике. Вот. Огромное вам спасибо. Ирина хочет вручить вам, по-моему, что-то. Дорогие друзья, вы знаете, самое главное слово, которое хочу сказать, это смелость. Вот спасибо вам за эту смелость. Потому что многие говорили, а что играть, а как это импровизировать, как это свободно. Вот за то, что вы тут стоите на этой сцене, за вашу смелость, за вашу сверхрешимость и смелость принять решение, особенно вот отдельное спасибо, хочу сказать. Саша из Новосибирска, спасибо тебе, дорогая. Ты сделала такой рывок, такой прилет к нам. Филипп, огромное тебе спасибо. То есть, вот, понимаете, мы-то тут на месте. Вот, понимаете, вот это очень ценно. Я благодарю, конечно, вас. Еще раз вам повторяю. В одном из... У Дениса, к счастью, сохранилось много видео. Я говорила, что импровизировать могут все. Даже те, которые не играют на музыкальных инструментах, представьте себе. Вот мы же вещи свои, когда что-то говорим, мы же не готовим эти слова, они сами рождаются, верно? Так и художник импровизирует на полотне. Импровизировать могут все, нужно только пожелать высказаться. И вот вам спасибо, что вы пожелали высказаться. Вы просто высказались сегодня звуками музыки. Я безгранично вас благодарю. Спасибо. Я хочу каждому из вас сделать памятный подарок альбом, который мы выпустили. Там очень много. Филипп, спускайся сюда, пожалуйста. Поаплодируем. Все эти вещи
все эти выступления записаны мной в студийном качестве, то есть не диктофонная запись, как многие вещи, которые остались, и на видео большая часть снята, еще не все выложено. Я буквально за день перед вылетом оцифровал последние кассеты с этими вещами. Мы будем выкладывать такой видеоальбом наших московских выступлений. И вот этот вот альбом на диске выпущен мной, но сделан в Кишиневе. Да, и Ирина здесь все организовала, здесь этот диск отпечатан. Вот. Ну, в своем роде даже получается какая-то презентация. Вот. Так что там вот такой живой, совершенно неожиданный для нас обоих, в общем-то, материал. Спасибо. Я вам желаю, чтобы у вас было так легко, свободно импровизировать и получать от этого удовольствие. Всех тебе благ. Отдельное спасибо Новосибирску. Меня очень прекрасно принимал город, был концерт памяти Дениса в Новосибирске. Саша играла в составе квартета, да, но потом играла в составе дуэта, парень, с которым она играла, Артур должен был приехать и приехал. И вот я рада, что вот этот ваш дуэт, который сегодня получился, был очень интересный, правда? Гораздо, как бы сказать, вообще, когда количество участников, скажем, больше, то и красочность за счет этого выигрывает. Поэтому благодарю тебя за сегодняшнюю импровизацию. Вам за то, что все это сделали. Спасибо тебе за то, что есть, что очень видит тобой завтра. Такой большой отдалит на него. Спасибо, Ценна, ты большая умница. Ты сегодня удивила, честно говоря, вот ты переходом со скрипочки на вокал. И мне очень-очень приятно. Я тебе желаю успеха и чтобы твои импровизации дарили радость тому, кому ты играешь. Спасибо. Вот ты вообще отдельный герой, потому что буквально за день, вот можно сказать, он просто отказался. Говорит, я не знаю, что играть, я не знаю, что мне делать и вообще. Говорит, да ты что, играй ты что хочешь. Я увидела тебя, и ты нас удивил. Спасибо тебе, ты молодец. Вот, пожалуйста, тебе такой альбом, тут очень много всего для тебя будет интересного и ценного. Я тебе хочу сказать, что ты большой молодец, ты очень интересно играл и нас порадовал и первый день, и сегодня. Вот, я думаю, что у тебя будет очень много впереди интересных выступлений. Вот, и я думаю, что ты подружишься с нашими ребятами. Я уже подружился, тем более после этого дуэта, и я буду рада, если ты меня будешь приглашать на свои концерты. Вот. Ну, Дениса я знала как классического виолончелиста, вот тебе тут тоже очень много всего интересного прочитаешь. Вот. И хочу тебе пожелать, чтобы ты совершенствовался в импровизации, потому что ты могешь. Могешь и можешь, и нам очень интересно это слушать, и вообще тебе успехов. Ты молодец, ты такие показываешь красивые приемы на виолончели. Продолжай в этом духе. Значит, ты поем. Замечательные пилы, ребята. Вот, и вот так через Сергея я поняла,
поняла, что, оказывается, есть замечательное трио. Вот очень хорошо ребята играли, мне понравилось и соло, и ритм вот этих хлопающих, топающих, соло, контрабас, молодцы сегодня. Ты молодец, хорошо нам все это замечательно представил фортепиано девочки. Ребята, спасибо вам большое. Фестиваль очень дружеский, поэтому я могу немножко рассказать о Камчатке.